Алло, здравствуйте. Вас беспокоит диспетчерская служба ИКУМЕК. По вашей заявке хотели уточнить там по поводу кабеля. Вы не подскажете, туда выезжали бригада, исполнили, нет? Кувшинэнерго убрали? Нет, вчера мне это сказали, что бригада выедет. Я туда пришел, вот, получается, посмотрел, как он лежал, так и он и лежит. Бригада не выезжала. Хорошо, спасибо. Да, хорошо, ага, до свидания. Просто как бы люди, там дети ходят, и этот, получается, они сняли. Ладно, если бы кабель сверху шел бы, да, силовой, я бы еще посмотрел бы под напругу или нет. А он идет из-под земли, и теперь сиди и думай, под напряжением он или не под напряжением. Хорошо, мы уточним у Кукшиэнерго сейчас. До свидания. Здравствуйте, ИКУМЕК вас беспокоит. Подскажите, пожалуйста, по поводу адреса Назарбаева, 27. Вчера заявочка была, что там кабель висит. Возле мусорных баков лежит там, свисает. Назарбаева, 27. Вчера должны были, сказали, нам передали, что бригада выйдет, но сейчас мы звоним жителям, кабель как лежал, так и лежит, никто не выезжал, говорят. Угу. У нас фото, видео, отчет от жителей, от заявителей все есть. Фото, видео, говорю, от жителей все есть у нас от заявителя, что здесь вот как кабель все лежит. Ну вот, я вот спрашиваю, он без напряжения, его, получается, убирать не будут, он так и будет лежать, да? Потому что сказали, что утром отключали работу, 7:40. А примерно когда уберут? Но он точно без под напряжением, да, он? Все хорошо, спасибо, до свидания. Да, мы донесли до них эту информацию. Не под напряжением кабель. Но уберут его. Уберут, просто уберут.